Здравствуйте, где наша группа? Здравствуйте. Какой дом у вас? 33, не знаю. Пойдите, пожалуйста, вон самый пожалуйста. На избирательный участок, как на торжество. Кандидат технических наук, профессор, почетный гражданин города и области Анвар Бульхин вместе с супругой делают свой выбор. После этих выборов, уверен Анвар Бульхин, органы местного самоуправления смогут стать надежной опорой для жителей. На мой взгляд, если ты не участвуешь в выборах, а потом нечего кивать на власть, выбирай власть. Выбирай достойную власть, которая могла бы тебе прямым на уровне протянутой руки помочь тебе и решить те или иные проблемы. Цель реформы местного самоуправления – приблизить власть к народу. Чтобы депутаты райсоветов и горожане смогли наладить эффективную совместную работу, Анвар Бульхин убежден, прийти на избирательный участок – важнейшая задача в день голосования. Алина Чемерис, Станислав Левин, События.